решил показать варианты отвесов ламелей. Вот такие отвесы были раньше. В них внутри используется металлическая пластина и залита пластиком. Чем такие отвесы плохи? Из-за перепада температуры, видимо, нагрев и охлаждение пластика и металла не совпадают, вот здесь начинают появляться трещины. Такие отвесики часто трескались. Вот видите, они прозрачные, там внутри металл. Они часто трескались и отваливались даже уши. На вот этих отвесах, на новых, они цельные, полностью из пластика. Такие отвесы более долговечные. Отвес ставится очень просто. Вот он. В ткань обязательно ушками вверх ставим. И защелкиваем цепочку. Очень часто бывает, что когда заказчик заказывает, например, или отвесы, или свои изделия по своим замерам, очень часто бывает, что монтируют цепочкой вниз, вот этими ушками вниз. И годами так вот живут. Он у них елозит цепочка по подоконнику там и так далее. Но люди почему-то не замечают. Вот. Также вот хочу показать, такая ткань формоза. Для нее существуют свои отвесы. Вот такие большие. Сейчас это уже редкость. Такое не встретишь. Но вообще такое в природе существует. Специальные отвесы для широкой ткани. В общем, самое основное правило, что отвес должен быть ушками вверх. И все. В остальном никаких проблем с ним быть не должно. Часто бывает, что у отвеса ламели ломается вот так вот одно ушко. Вот оно отломилось. И уже сюда цепочку прицепить невозможно. Не на что цеплять. Для этого заказчик снимает отвесик и выкидывает его. Приходит к нам в магазин, приобретает новый такой отвесик, сколько ему нужно, смотрит, значит, и новые отвесики ставит и цепляет цепочку. Вот и все. В общем-то, нехитрое дело. Всего вам доброго, до новых встреч!